Здравия желаю. Итак, показываем вечный двигатель. Ой, блин. Ха, соскочил вместе. Мотор от стиралки. Вот он. Моторная от стиралки на 300 ватт. Работает, значит, на ионисторах. Вот ионисторы. Вон стоят. Плюс подзарядка идет. Подзарядка идет. Выпрямитель на 7 ватт. Как вот в прошлый раз был побомочный. Вот сейчас идет возврат назад его. Маленько подзаряжается, а сейчас на ионисторах идет, когда зарядки нет. Вот сейчас вот возвратится назад, можно будет опять подзарядку поставить. Ну вот он крутится. Сейчас на ионисторах, сейчас ставим назад, счетчик подошел назад, знаешь, то есть вернулась, энергия вернулась в сеть, раз энергия вернулась в сеть, мы снова ее подзаряжаем. Но подзаряжаем. Маленько подзаряется, потом останавливаем. Даем время, чтобы оно возвратилось. Так небольшой ток, оно успевает возвратиться. Если дать большим током, долго потом будет назад возвращаться. Вот в чем дело. Вот оно дошло, сейчас вырубаем. Сейчас на ионисторах пошло. Ждем, пока вернется. Вот она отошла. Отошла, сейчас ждем. Когда вернется. Мотор продолжает на ионисторах ходить. Вращение на ионисторах. Вот сейчас подошла ветеринка. Риска подошла. Значит, можно подзарядить немного, чтобы не остановилось. Ионисторы разрядили за это время, а сейчас мы их подзаряжем опять. Ну, то что здесь еще поставить реле, вот сюда, за место вот этого выключателя, вот этого кнопочного. Ну, реле уже я заказал на подходе. И пусть работает. Единственное, что надо наращивать мощности, это я уже говорил. То есть побольше нисторов. Моторы-то есть и помощнее. Но на том моторе такое не проходит. У меня мотор там на 460, а этот вот на 280, на 300. Вот сейчас подзарядилось маленько. Опять выключаем. Сейчас на ионисторах оно компенсирует. Вот. Продолжает вращение.
продолжают вращение на индикаторах. Подзаряжаем ионисторы, потом даем отстой, он работает на ионисторах это время, пока мы выключаем питание, выключаем, он на ионисторах работает, а это в это время возвращается назад. Вот сейчас идет подзарядка. Но вращение не прекращается. Сейчас опять отключаем. Пошло на ионисторах. Тут маленько уже подсаживается, сейчас она уже подходит. С риски. Вот она в риске уже. Опять даем подзарядку. Даем подзарядку. Все, сейчас отключаем на отстой. Включаем на отстой. Она продолжает двигаться. Даем на отстой. Вот она опять подходит к риске. Почти. Продолжает движение мотор. Остановки нет. Вот она встала у риски. Все, даем опять подзарядку.
В общем, вот таким макаром смысл поняли. Будем дальше продолжать наращивать мощность. То есть, если у кого есть возможность, помогите с запчастями. Денег не надо, то скажут, что я деньги вымогаю. Запчасти, если есть старая, присылайте. Нет, и на том спасибо. Все, до свидания.